Добрый вечер. Меня зовут Шнар. Это мой второй видеоотчет. Мы проходим лечение в центре Бейер Давид. И у нас происходит с сыном много изменений в хорошую сторону. Это у него улучшилось понимание. Он начал больше говорить слов, составлять предложения. В школе нас хвалят. Учитель наш в школе хвалит, что он стал очень хорошо и быстро писать, лучше всех он стал писать, быстрее всех он стал читать. Сейчас мы проходим таблицу умножения. Он выучил на цифру 2, сейчас учим на цифру 3 таблицу умножения. Это для нас вообще как бы большое чудо. Я никогда даже подумать не могла и представить, что мой сын будет писать, читать, считать. После лечения у Давида, после его сеансов, у нас лучше пошло обучение. Он стал более обучаемый. Логопед нас хвалит. Ну, много очень изменений, конечно. Я хотела поблагодарить Давида за его помощь, то, что Всевышний дал такую возможность встретить Давида, познакомиться с ним. Конечно, мы хотим к нему поехать туда, в Израиль, в центр. Я представляю, если у нас такие результаты после общения просто по скайпу, после его сеансов, а если мы туда к нему в центр поедем, то, мне кажется, мой сын излечится полностью, и у нас уйдут все как бы эти поведенческие стереотипные движения вот эти, и он начнет общаться со своими сверстниками, у него будет много друзей, и мы забудем, что у нас был такой диагноз аутизм. Еще раз хочу поблагодарить Давида за то, что он есть. И хочу пожелать мамочкам, родителям выздоровления их детей. Надо верить, что наши дети